Друзья, всем привет, с вами Миля. Сегодня у нас будет базовый урок, посвященный рисованию в технике Resin Art. Я сейчас скажу основные моменты, которые вам нужно знать перед тем, как начать рисовать эпоксидной смолой. Это популярное направление сейчас, потому что даже если вы не умеете рисовать, вы можете создавать красивые вещи своими руками. Но важно соблюдать четко технологию, иначе ваша работа может не получиться. В интернете вы могли видеть множество роликов, как рисовать смолой, то есть ее размешали, покрутили, подули феном, и все получилось достаточно красиво. Какими трудностями можно столкнуться, что не показывают в этих роликах? Эпоксидная смола может не застыть. Она может застыть частично, также в ней могут быть пузыри на поверхности или внутри изделия. Эпоксидная смола может закипеть, и вы можете не успеть ей нарисовать картину, она застынет у вас и станет слишком густой. Эпоксидная смола, что это такое? Это комплект из смолы и отвердителя. Мы взвешиваем эти компоненты на весах, по инструкции производителя, которая у него указана, перемешиваем в стаканчике. И после чего готовая смесь у нас будет оставаться жидкой в течение часа. Ну, до одного часа. Это называется рабочее время смолы, пока она у нас в жидком состоянии, и мы можем ее рисовать. После этого за сутки она застывает и становится твердым изделием, похожим на пластик. Эпоксидная смола бывает трех видов. Густая, средняя и жидкая. На густой смоле мы можем получить самый четкий рисунок. Эффекты там получаются более проявленными. Цвета меньше смешиваются между собой. Эту смолу чаще всего используют для рисования среза камней и морей, потому что там нужно, чтобы пена была сеточкой и не расплывалась. На время жизни у этой смолы около 20 минут. Это значит, что от момента, как мы смешали компоненты, до того, пока смола в достаточно жидком состоянии, чтобы рисовать, у нас есть около 20 минут. Ее тяжело перемешивать, и из нее тяжело уходят пузыри. В жидкой смоле, напротив, перемешивать ее легче, пузыри погибают ее быстрее, но мы не сможем получить там четкого рисунка, цвета будут смешиваться между собой. Также у нее больше рабочее время. Тут написано 40 минут, но иногда это может быть даже вплоть до часу, пока смола остается жидкой, и вы можете рисовать. Средняя смола – это достаточно универсальный вариант. У нее побольше рабочее время и легче размешивать, чем густую смолу. На ней тоже можно получить красивые эффекты, так как к концу, когда время жизни смолы подходит к концу, она густее, так же, как и смола высокой вязкости. Но у вас будет время на то, чтобы замешать цвета и вылить их, и вылить основные цвета на поверхность. Дальше переходим к самой технологии. Как избежать всех этих проблем и трудностей, с которыми часто сталкиваются те, кто начинает. Первый момент – это взвешивание. То есть для взвешивания смолы мы используем весы. То есть мы не делаем ни в коем случае это на глаз, так как если не будут соблюдены пропорции, как вы помните, смола не застынет. А дальше это перемешивание. То есть мы налили в стаканчик смолу, налили отвердитель, и по инструкции там написано мешать 5-7 минут. Мы перемешиваем медленно, но тщательно, вот со стеночек, со дна, это очень важно, потому что если где-то компоненты недоразмешаются, картина может кусками не застыть. Также не делайте это слишком активно, слишком быстро. Будет образовываться большое количество пузырей, которые потом не выйдут из молда, если вы заливаете молд, или вам придется их много удалять с картины. Как понять, что смола у нас полностью размешана? Когда вы смешали компоненты и начали мешать, происходит химическая реакция, и она вначале мутнеет. Когда компоненты полностью перемешались, и смола снова становится прозрачной. И чтобы понять, что все перемешалось, можно поднять стакан на просвет и посмотреть на смолу. Если смола недоразмешана, вы можете увидеть, как со дна тянутся как бы ниточки такие. Это означает, что еще нужно ее помешать.
Также для подстраховки можно использовать метод двойного стакана. Когда вы размешали смолу в первом стакане, потом перелили ее во второй и помешали еще там, тогда вот вся неразмешанная смола со стеночек, она у нас попадет в центр нового стакана и перемешается уже там. Рабочее время смолы. Что это такое? Это то время, которое у нас есть на то, чтобы рисовать картину. У каждой смолы оно разное. У жидкой достаточное количество, это около часа. На густой это в пределах 20 минут. Поэтому мы все готовим заранее. Все инструменты достаем, готовим рабочее место, подготавливаем планшет, достаем красители, подбираем те цвета, которые нам нужны. И только после этого мы взвешиваем смолу и начинаем работу. Поймем, что у нас это время ограничено. Еще один важный момент, о котором вы должны знать, это закипание эпоксидной смолы. Что это такое и почему происходит? У вас, когда в стакане стоит смола, она со временем начинает теплеть. Она сначала чуть-чуть тепленькая, потом становится горячей. Дальше могут начать подниматься из нее даже пузыри, идти пар. И после этого она встает в стакане, то есть становится карамелькой, застывает либо прямо в стакане, либо вы можете успеть вылить, и она застынет у вас на картине. Почему так происходит? Когда у нас смола стоит в большом объеме, она быстрее нагревается, а остывать не успевает. Поэтому химическая реакция протекает быстрее, ее рабочее время сокращается. Как этого избежать? То есть, если вы замешали большой объем смолы, вы либо сразу выливаете его на картину, либо разливаете по маленьким стаканчикам. Вот 100 мл оптимально для того, чтобы она какое-то время могла стоять у вас на столе. При этом не стоит бояться того, что эпоксидная смола сразу же начнет у вас нагреваться и закипать, как только вы ее замешали. Этот процесс происходит плавно. Все, что вам нужно делать, это следить за вашими стаканчиками в процессе. Время от времени проверяйте их, трогайте. А если стаканчик со смолой теплый, это значит, что время подходит к концу. Вам в ближайшее время нужно замешать остальные цвета и выливать его. Если смола прям горячая, то нужно выливать его моментально. И еще один момент – это пузыри. Они не всегда самостоятельно выходят на поверхность из молда или из картины. Иногда их нужно дополнительно удалять. Это можно сделать с помощью корректора. То есть мы забрызгиваем поверхность, и пузыри самостоятельно выходят. Также можно использовать для этого газовую горелку. Либо когда мы рисуем, допустим, феном, или и у нас горячий напор воздуха, то смола разогревается, и пузыри тоже из нее выходят. Не всегда это помогает в молдах, потому что там толстый слой смолы, и где-то вот на дне бывают, остаются пузырьки, когда смола густая используется. Поэтому мы еще раз помним о том, что мы не слишком активно мешаем смолу, как раз-таки для того, чтобы их было минимальное количество. Далее переходим к остальным материалам, которые нам понадобятся для рисования в технике резинарт. Условно ее можно поделить на две части. Это рисование на основе, на планшетах, либо это заливка эпоксидной смолы в молды. В первом случае у нас картина залита на основу, а во втором полностью состоит из эпоксидной смолы. Основы, на которые заливается эпоксидная смола, называются артборды, либо планшеты для заливки эпоксидной смолой. Они бывают из МДФ, бывают из ЛХДФ с белой ламинацией, и также для больших картин. Это планшеты с деревянным подрамником. Это нужно, чтобы планшет не повело со временем. При этом нужно понимать, что иногда мы оставляем какие-то цвета прозрачными эпоксидной смолы. Это означает, что она будет просвечивать и обнажать основу, на которую залита. То есть если это коричневый МДФ, то стоит его покрыть белым акрилом, как вариант, либо грунтом для холстов белым, загрунтовать его в белый цвет. Если там дерево или какая-то красивая поверхность, и вам нужно, чтобы она просвечивала, то делать это не обязательно. Силиконовые молды делаются из силикона.
молды. В них они бывают в форме подстаканников, подносов, украшений, каких-то подставок. Их большой-большой выбор в магазинах для рисования эпоксидной смолой. Отличаются они своим качеством. Качественный молд можно использовать много раз, и изделие каждый раз будет оставаться глянцевым. Молды с Алиэкспресса могут прослужить гораздо меньше, тут уже как повезет. Переходим к красителям для эпоксидной смолы. Какие они бывают, чем отличаются? Основные, так и называются, красители для эпоксидной смолы. Сейчас я вам покажу его. Эти красители, они могут быть как прозрачными, так и непрозрачными. Что это означает? То есть, если мы добавили красителя чуть-чуть, то смола у нас будет просвечивать, будет прозрачной. А какой-то цвет, допустим, вот этот вот норвежский лес, он более плотный и не даст вот этой вот прозрачности в смоле. Чаще всего это пастельные оттенки, либо какие-то цвета, в составе которых есть хотя бы чуть-чуть белого цвета. Также у нас, помимо этих красителей, есть прозрачные тонеры. Они более жидкие. Вот они по консистенции такой же, как больше водичка. И они всегда будут прозрачными, сколько бы вы его не добавили. Но расход у этих красителей больше. Для создания волн в картинах с морем используется вот такая вот добавка. Она так и называется у производителей, что это добавка для создания эффекта волн и пены. И таким же образом действует диоксид титана. Еще один тип окрашивания эпоксидной смолы – это с сухими пигментами. Они дают перламутровый такой мерцающий эффект и интересно смотрится в сочетании с простыми красителями. Также у нас есть всплывающие металлические порошки. Они как бы всплывают над поверхностью смолы и создают собой золотую либо серебряную пленку. Тоже очень интересный эффект. Также можно добавлять глиттеры и любые сухие добавки. К примеру, это может быть песок, который вы привезли с моря. Главное, чтобы он был полностью сухой. Это может быть стеклянная крошка, либо стабилизированный мох. Важный момент. Все это мы замешиваем в эпоксидную смолу, и если это какие-то крупные частички, допустим, стеклянную крошку и мох, можно сажать на эпоксидную смолу, она схватится с ней как с клеем. Стеклянную крошку также можно окрасить остатками смолы в любой цвет, поэтому прозрачная крошка будет универсальным выбором. Основным инструментом для рисования в технике резинарт у нас служит фен. Подойдет любой фен, достаточно мощный, чтобы раздуть смолу. Есть еще вот такое устройство, это называется фен для эмбоссинга, либо можно встретить под таким названием, как паяльник. Его особенность в том, что он хорошо разогревает смолу и позволяет точечно раздувать какие-то участки. Это особенно удобно, когда рисуете море для раздувания морской пены. Как я уже говорила сегодня, нам понадобится что-то для удаления пузырей. Это может быть корректор, это может быть газовая горелка. И, само собой, весы также нам понадобятся в начале работы. Если вы испачкались в процессе рисования, не забудьте, чтобы у вас была какая-то тряпочка, салфетки и очиститель для эпоксидной смолы. У меня это изопропиловый спирт. Также это может быть white spirit или специальный очиститель, который продается от эпоксидной смолы. Важно знать, что эпоксидная смола после застывания, она становится пластиком. То есть и просто отмыть ее от одежды или от поверхности вы не сможете. Нужно будет разогревать там, каким-нибудь техническим феном и соскабливать. Поэтому лучше всего очищать ее, пока она в жидком виде. По окончании работы посмотрите свое рабочее пространство, если вы куда-то капнули смолой, а если вы вдруг случайно испачкали телефон, часы или какие-то украшения, все это можно очистить спиртом. Последний, но самый важный момент – это техника безопасности. Надо понимать, что эпоксидная смола у нас – это не экологичный материал, то есть нет какого-то эпоксидного дерева,
которого она течет, а мы потом ей рисуем. Это химия. И в процессе рисования, когда мы смешиваем смолу и отвердитель, в воздух поднимаются вредные вещества. И это очень сильный аллерген. Поэтому мы защищаем свои органы дыхания респиратором, надеваем перчатки, и если у вас чувствительные глаза, также стоит надеть очки. По этой же причине детям и беременным женщинам категорически запрещена работа с эпоксидной смолой. Работаем мы в перчатках, стараемся не допускать контакта эпоксидной смолы с кожей. Во-первых, она тяжело отмывается. Во-вторых, может возникнуть раздражение или даже аллергическая реакция. Важно понимать, что все это, все вот эти вредные пары, испарение, аллергия, все это касается только того периода, пока смола у нас в жидком виде. После того, как она застыла, пользоваться изделием можно абсолютно спокойно. При этом не стоит бояться, что если вы случайно вдохнули пары эпоксидки, то вы отравитесь и нанесете вред своему здоровью. Это художественная эпоксидная смола. От большинства вредных примесей она очищена. Чтобы как-то проявились симптомы, нужно достаточно регулярно рисовать смолой без защиты органов дыхания. Чего вы, естественно, делать не собираетесь. И в заключение о том, какую эпоксидную смолу использовать, я сейчас пользуюсь Эликвой. Также раньше рисовала на Артлайне, на Крафтсмене, тестировала Артрезин Лаб и смолу Резин Арт. Это все проверенные производители, многие художники на них рисуют, поэтому можно выбирать их. Не стоит брать эпоксидную смолу где-то, если вы нашли дешевую, без отзывов, без рекомендаций. Во-первых, она может пожелтеть, она может быть токсичной, от нее могут начать слезиться глаза. Поэтому сильно вы не сэкономите, но можете не получить хорошего результата. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите дальше уроки уже непосредственно по рисованию.